Хорошо, я тогда, пацаны, из войска выйду, тогда в чат тогда пишите, если Да, какие там. окей. Да, окей. О, Дело да. в том, что Что там у тебя, Паша, отвалился голос? Ты как говорил. авианосец. Точняк, это ж... Ебо гус этой мелкой козявки. И на ней еще там, не Здрасте. знаю... Здравствуй. Здорово. Оу. Вы запустились? Да, да. Энерджайзера забил. Можете перезапустить, а? О, ты напиши там рестарт в злобе. Там ж вирус. А, все, не успел. Надо перезапускать за 15 секунд. После старта. Ну ничего. А ну кертик. Ой, керт сам себя подбил. Ёрт, блядь! Опа, опа. Ай! Я забыл, что ее носит так на турбе, блин. Ский. Ой. Так, самый тупой просиришь первое место. Чисто. Не попал. Ну ладно. О, нормас. Блин, это, конечно, с турбом лоханулся. Ой, ну серьезно. Эд, нет. Зап. Танканул, танканул, да. Сейчас я Кёрту устрою. Сюрприз. Ой, там вирусу устроил кто-то сюрприз тоже. Что-то там он врезался. Кажись. Хередейш не может бочком заходить почему-то. Наверное, из-за задних колес. Ай-яй-яй-яй-яй. Второй зап. Мне везет. Кёрт! Попади по вирусу. Не попал. Так. Блять! Ай, мне... Сейчас мне зап... Пиццу энерджейзера, маленькая машинка. Да-да. Да, это из Рупака. Просто вы задолбали! Надо бы ей пошире хитбоксы сделать. Побольше я сделаю, но... Да. А то, как она так быстро едет, такой малюсенькой, это очень смешно выглядит. Ну, блядь. Ой, вирус свалился, вирус свалился. Ура! Так, ну пора мне первое место забирать, а то я достал уже. Реально. Последнее. Хватит последним ехать. Да. Хватит быть терпилой. Бля, гелик! А вот вы ведь все из России, да? Ну да. В основном, я так понял. Да? Ну вот вы все из России, да? Не, я из Белорашки тоже. А, тоже из Белорашки? Ну ага. Из СНГ точно. А я-то думал, я единственный из Белорашки тут. А как? Все, теперь два челика из Белорашки будут. Угу. Потому что единственного человека из Беларуси видел только на сайте Revolt Speedrun. Угу. Там какой-то ноунейм был тоже из Беларуси, и все. Ясно. Ну вот, теперь буду знать. Ну. Так, ну тут я по скорости не вывез, ладно. Оу. Оу. Тут
виду. Такая трасса не для моей машинки. Дай бог не память вспомнить эту трассу еще. А тут ничего сложного нету. Можно сказать, кольцевая трасса. Да-да, но там есть всякие приколы. Что там, кто грузится долго? Арестарт. Понял. А, друг. А, не тот трасса. Ой, энерджайзер. Блин, не получилось ни фичу сделать. Оп. Оп. О, подлянки. Я люблю подляночки делать. Блин! О, Лейс, великий. Может, поделишься местом, а? Ай, чё ты, не хочу я. А, у меня одна ракета была. Так, вирус снова второй. И он перевернулся. Он часто на этой машинке переворачивается, чё-то. Так, пришло время с котярой разобраться. А, тихо. У тебя вроде бы скорость высокая, да? Максималка? Нет, у меня максималка ниже, чем у тебя. А-а-а. На одну милю. Но у меня разгон чуть повыше. А так, да. Хотя ты первым вырвался, ты сейчас без ошибок едешь. Да. Тебе нужно один раз зафейлить, да и все. Я просто вспомнил, что Кило играет на этой машинке, а Кило на плохих машинах не играет. Поэтому, если ты на ней кататься не умеешь, надо тренироваться. Вообще не, я решил взять чисто. Пробовать, я обычно на ней не катаюсь. Я тоже обычно на Дионе, потому что Дион и база. Угу. Я в детстве на ней в большей степени катал в платинуме. Тоже. Потому что у меня, в принципе, выбора не было. Я уже, Катя, еще с того времени пытался на Волкин Турбо все кубки пройти и люто бомбил за то, что не мог пройти. Я прошел все кубки на Харвестере, прошел. Ага, Сигма. Это то еще испытание было. Угу. Опа, маселка. Осторожно, Блейз. Угу. А я уже вижу. И мы вот так, опа, сальтуху делаем на финише. Было бы эпично, если бы ты до финиша не доехал бы, а свалился бы в пропасть. Вообще. Toyota Supra. Ой, точнее, это же не МК-4, это МК-5, потому что МК-4 это ведь та самая. Из ФСК. Вот, а ты же знаешь то, что это Supra МК-5 сделано на базе Бэхи. Ну, в ней двигатель от Бэхи стоит. Да-да. О, приехала. Ой-ой-ой. Малявка. Ну. Кто брелок потерял? Я, кстати, еще думал себе сделать скин на тойку, как все профессионалы. Я тоже даже про это думал. Криту скачал, но я скачал какую-то фиговую версию, и там нельзя было текст менять. Я тоже про это думал. Типа, ну, прикольно выглядит. Мне скин Кики нравится, такой черно-красный. Тоже. А мне еще офигенно нравится. О, господи, это ублюжество! А, нормальная карта. Мне вот уникурно нравится скин Бэхи этой. Это ж вообще офигеть. Ну да, у Кики самый классный скин, думаю.
Блин, а, все, не получилось. Не бустанулся и все. Так, Блэйз. Блин, снайперы. Ой-ой, Керт улетел в космос. Ух ты. Ай. Господи, такая мразь, не карта. Так, вирус там люто отстал. Энерджайзер тоже с ним. О, Блэйз. Догоняй, догоняй. Догоняй, догоняй. Масилка разлил. Кто вас там сейчас лидирует? Я. Yeah. Вот. Барсик лидирует. Да-да. Кто придумал эту карту, гори в аду. Но она не для всех машин. Это да. Она более мобильная. И, кстати, есть карты еще хуже, чем эта. Первый музей. Ой, да. Вот именно тот момент, когда спрыгиваешь, я не могу. Да, нормально. Да, да. Именно когда вот спрыгивать надо. Вот. О! Еще этот встречный разъезд вообще. Да, 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 да. Споткнулся. Я вот сколько вот играю, никак не могу на этом спуске нормально заезжать. Ну. Я там стараюсь в основном притормаживать, стараюсь. И то не всегда выходит. О, Блэйз. Классно, меня не развернуло. Ну. А вот на втором музее там эта сокращалка сложная. Да-да-да, через луну. Блин, вообще непривычно то, что Херри Тейдж бочком не может ехать. Угу. Блин, Адон, блин, неплохая машина для мультиплеера. Просто, блин, ошибаюсь много, единственное. Так да, это хорошая. Вообще, там, как говорилось... Это самая сбалансированная машина из всех классов и вообще в игре, да. Угу. Не знаю, по мне самая сбалансированная, это, наверное, Тойка будет. Угу. Да. Клейм GT забыл. Так, ладно, я второй приехал, нормально. Угу. Ярд третий, явно гелики. Вирус Пашина. Энерджайзер. О, как ее кренит люто. Подлетел. А кассу кривит? Да, люто. Она более того же ботаники. Экс. Она от стенок вообще ее колбасит. На ней вообще врезаться нежелательно. Не знаю, помню видео про Хуму, там 10-летней давности. Когда чел снимал, там под комментариями чел писал, типа, что Адон нестабильная машина, такой, в смысле она нестабильная? Я такой думаю, может, ты на ней просто есть не умеешь? Адон нормальная тачка. Вообще, то Хума тоже, только сложная. Хума, она скиллозависимая. Это да, лютый зипер тоже скилл. Угу. Да есть, ну, средний скилл, там чисто от стенок играется. Угу. Паст-контрол-то вообще я молчу. Ой, да. Вот на таких трассах я люто буду заносить. Угу. А Full on X это тоже. РВ-локон. Разотная карта, фу. Ну, еще у тебя такая машина, то, что на траве скользит, я ж... Точняк, этот RC-Вектор это вообще ультра старая машина. Она еще на револьт зоне была. Какая сейчас машина? Ну, твой слайд RC-Вектор. Она еще на револьт зоне была. Ага. Ой, я столько машин перекачал, я уже позабывал, какие даже Димка. О, Димасик. Лорескар, спектатор. Герц или Бомби. У меня машина запомнилась на револьт зоне. Это Chevrolet Corvette полицейская. Угу, тоже. Все, сейчас на нормальной машине поедем. Сейчас надо забрать. Так, второй даунтаун, ревёснутый. Помню, поляки делали режим револьт Most Wanted.
А-а-а. Типа все на пангах, а чел берет R6 турбо и пытается проехать как можно быстрее. А еще у поляков... Все сейчас нормально. Извини, перебью. Не, ничего. Еще у поляков был режим дуэли, типа один на один гоняешь. Без пикапов. Я там тащил всех подряд, только одному Олма слился, а потом прикрыли проектик. А жалко. Не, кстати, топовый проект, кстати, можно было бы у нас, в принципе, как-нибудь реализовать. Угу, можно. Только добровольцев будет много. Так это хорошо. Кто присоединился, привет. Да, привет. Да, Димка присоединился. Он в спектаторе. Короче говоря, что-то у меня... Что-то у тебя, Паша, там голос отваливается. Айрон пишет, котик, включи демку, Паша, от твоего лица гонку охота посмотреть. Не знаю. И так уже БС запущен. Потом посмотрит, пусть. На повторе посмотрит. Да. Блин, не получилось. А у меня получилось. Ай. Там просто нужно такой момент подобрать. Ям! Ям! Ну я качусь хотя... А, еще и на бомбе. Подорвался. Ну хотя бы я качусь дольше. Оу, блин. Ай. Так, энерджайзер? Юарт, нет! А, ну... Пиксель, компьютер, пиксель меня запнул. Нет. Не надо. О, компьютер стукнул меня. Еще трафик сбивает. Меня подбили, блядь. Ой, сейчас момент. Ревенж. Ну что ям? Кстати, да, надо яму отомстить за крутой зап. Ой. А ну стоять. Так, гелик, давай-ка. Мне первое место надо. Я тебе второе отдам. Понеслась. Ну что? Эх ты. Прям из-под носа забрал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бля, ненавижу это место. Это что такое? Ну, я на своем турбогелике меня уже догоняет запом. Нет! Герд, иди сюда. Иди к папочке. Ну иди забери. Забери бомбу. Ладно, сделали сальтуху. О, кертик, кертик. Ой-ой, Герд что-то там слился. Так, турбу изать не буду. Да, это там войск он передеет. Угу. Так, Блейса, вы не охренели? Да, в принципе, вполне. Блять! На! Не, а я вообще Heritage недооценивал. Имбовая машинка. Давай уже тогда на финише турбу юзну, чтобы по-красивому. У вас там борьба лютая, посмотрю.
Да котяра задрот, блин. Как обычно. Оторваться не может от игры. Есть немного. Ну, уже почти, уже меньше играю. Оу. Энерджайзер последний. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Следующая карта. Так, следующая карта. Какая у нас? Ага, завод. А, пиздец, блядь. Первый. Нет, второй. Отлично. Ну что ж, на завод. Меня в будущем ждет после 11 класса. Да, пожалуйста, буст получись. Я тебя прошу. Это кто там сиронул? Ё-моё, это кто там, это он что шумит? Там? Кто на заводе играет? А, не получилось. Найс. Вот только... Блядь! Ну ты серьезно? И вот только видя. Малышня, вам тут не место. Кто брелок потерял? Просто вообще. Это ты там Паша на заводе играешь? Вы о чем? Возле фрезерного станка. Да. А звуки какие-то странные были. Демонические. Блин, господи, ну... Просто... Я вот сейчас иди сюда, подключился, Владик, через браузер. А! Да я не передал! Я теперь... Ну хотя бы забрал звезду. Потому что ты не соприкоснулся. Я понял. Ну хотя я бы звезду Я не знаю, красиво как забрал. Там выглядит вот шум с моей стороны, но я с браузера подключился, потому что у меня что-то приложение глючит. А-а-а. Как только вот... Открываю вот окошко с Дискордом, вот, и я тоже отваливаюсь. Да, я уже как-то поняли, что-то там говоришь, и сразу отвалился. Оп. Подляночку устроим. Угу, понял. Вторую подляночку. Угу, понял. И третью подляночку. Господи, какая ж интрига-то, угу, а? Понял. Ай. Ой. Ни хрена ж себе, на одну и ту же мину подорвались. Has been planted. Bomb has been defused. Да. Oh shit. Here we go again. Сам на свою же фейк, блядь, подорвался. Камикадзе. Все-таки ты знаешь лучше, где твой фейк, нежели остальные. Угу. Надо бочком на финише. Опа. А, бочком не нельзя ведь. Ага. Лейс второй. И снова бам. Финише выпало.
Я уже хочу, как я там подорвусь. Падаешь. Энерджайзер 4. Блин, забыл, а что где там на его машинке изображен какой-то челик из игры? Из Elden Ring? Да не. Дело в том, что это нейросетевой рыцарь. А-а-а. Остановите кота. Остановитесь. Кот, выйди из игры, пожалуйста, мы там между собой хоть нормально поиграем. Хорошо, секунду. Не дождетесь. Мы хотя бы места позабираем нормальные, а то вечно это первое место. Паша перезайдет. Подождите, нет. Нормально машину себе найти. Так, первый госпиталь. Угу. У кого ближайшая гонка? А, это же Best for Lab будет. Угу. Надо будет побить рекорд на музее первым. На Тейвол 2. И на Руфтупс. Ну, еще на Титанике втором можно пробовать. Потому что там все перезаходят. Можно, кстати, МВ взять. Но не. АМВ, я тоже думал про АМВ, но передумал. Да, топ-максималка. Да, топ-разгон для максималки. Ну, вес маленький, чересчур его будет колбасить. Ну, иногда ракета танкует из-за базы колесной. А. Ну, не знаю, она поворачивает не очень. Не мобильная, так сказать. Угу. Паша, ты тут есть, если что? Да я знаю. Я пока что вот так. У меня еще активное окно в Дискорде. А там мисс Вирус спрашивает, тебя ждать или нет? Подождите. Угу. Просто сейчас у меня эта игра загружается. Столько хлама накачал. У меня чистенько видно. Потому что покупал ноут весной. Это так хорошо. То раньше играл на компьютере. Даже не... там револьт максимум ушел в 60 FPS. Ё-хо-хо, что-то за комбо вообще был. Это что, у тебя сборка 2004 года? Intel Celeron и GTX 630. Да там не 2000, там уже 90-е. Да, и компуктеру 10 лет. Ну, Celeron поменять нормально будет. Не, он нулю-то лагал, там еще вирусов было куча. Их нельзя было чистить. На Вуде играл. Да-да-да. Теперь, когда ноут есть, это так имбово. Не, ноут неудобно, там маленький экран. Ну а так в плане эргономики. Ну, можно мой включить. Угу. Можно мой. Вот клавиатуру доп подключил. И мышка есть. А монитор, кстати, не маленький. 13 дюймов так-то.
Все-таки игровой. Asus TUF. Вот на этой карте тут человек гоняли 70 кругов. Да-да-да. Блин, и так идеально вообще. Нигде не тормозили, везде на плюсу почти ездили. Тем более на Дайоке. Ай-яй-яй. Но в принципе танканул. Херитедж как-то танкует снаряды, интересно, интересно. На порту будет у тебя попробовать на Херитедже поездить. Угу. Заценю. Ай-яй-яй, керт получай. А то мне на Адоне управляемости не хватает. Угу. Херча ой, Херча. Керт столкнул в сторону. Блять. О, бог револьта, да, и адекватное что-то не дал. Керт да. Опять ошибся. Да, фейки эти. Блять. Помню, играл с большим количеством ботов, чтобы там что-то машинку протестить. Так у этих ботов столько масел. На каждом повороте масло. Мессера, это не понимаю. Вот, кстати, интересно, что у ботов шансы другие, чем у людей. Им запы очень редко падают. Угу. Да это так устроено, что боты, несмотря на характеристики хорошие, они будут медленнее тебя ездить. Mm-hmm. Я на Хуме против Когра ездил, я Когра только так догонял. Они там притормаживают часто, чтобы по траектории успевать своей. Но, кстати, есть на Revolt World трассы с исправленным, короче, путем ботинара, да, чтобы они ездили профессионально. Точками. Но. Точками. Я катался, кстати, на этих трассах, кстати, прикольно, необычно было. Mm-hmm. Такой new experience. Mm-hmm. Я еще пробовал в Revolt Hardcore играть. Ой, это жопа. Я даже первый кубок не прошел. То самое. На Clockwork'е там ездить, ну такой себе. Так, во-первых, там самый уебищный Clockwork из троих дается. Да-да. И еще эти ботяры. Но, кстати, там можно в тайм-триале, если постараться, вы красный клокворк получить. Уже на нем будет полегче немного. Mm-hmm. Капец, у меня лучший круг 41 секунда, офигеть. Блин, ну меня вообще опустили просто на дно. Вейсланд 3, Копердес 4, Блейз 5. Все на дно. У Паши вообще какой-то машинка и это самое. Hot Wheels, во. Ну, конченое говнище, а не машина. Ай, май гад. Бля, ты ж третьим ебал. О, май гад. Пизду. О, май гад. Бля, Габелла. Вот это Габелла. Так, я взял Херита еще протестим его. Бери, бери. Только надо привыкнуть, что он бочком не едет, и там надо притормаживать почаще. Иногда. Uh-huh. Он не бочком, чисто из-за того, что колесики задние поворачиваются немножечко. Ну, зато бывает танчит снаряды. Ну, короче, имба. И на турбо лучше с ним не едь. Заносит ли он турбо. О, Мундаун. Кстати, трасса из Танкрейсер. Играл тут поймет. Подожди, подожди, твои игры? Танк Рейсер. А, это. Серебряная лига. Но. Точнее, последняя трасса Серебряной лиги. Угу. О, да. У меня сейчас бока так кончена этой игры была, что у меня набаганная была постоянно. У меня танк летал, там, скорость постоянно сбавлял. Что там говорит, эх ты, Блейз? Оу. Выслед на машине тако. Ай, танканул. Не, Херитедж имба. Ракета танкует. Зачастую. Так, пока... Короче говоря, какого-то хрена... Неплохо. Это
плохо. Вот тебя, Паша, теперь тоже плохо слышно. О, вот тут самое весело ехать. Да-да-да. Дело в том, что единственное, вот, а как можно решить мою проблему, вот, дело, опять же, в моем компьютере, вот, то Discord отваливается, то у меня вообще это, кадры просели в револьте. Вот. Тоже потапа. Единственное, что как можно это вот решить, вот, из возможных вот вариантов, это сделать аппаратный сброс. И то это еще больше времени уйдет. Плюс еще придется прервать запись. Угу. Блин, поехал по срезке. Неудачно. Угу. Ой, я вылетел. Так, что ну, там кстати, Heritage, в принципе, ну, пойдет, в принципе, нормально. Угу. Как бы управляемости мне хватает. Да. Только под трубы так конченое говнище. Это да. Это. О, у меня как раз выпало одно такое. Поэтому трубы лучше назад поставлять. Зачем я это сделал? Вот, вот как обычно, начинаю выпендриваться и сейчас позиции всираю. Опа, котяра. Я понял. Да выпендривался. Да выпендривался. А, сейчас вирус, наверное, ошибется. Возможно. Я не ставлю 100%. Не, не ошибся. Тут подорвался. Ах ты, вирусик. На. И на колесики, ну. О! Увернулся. Матрица. А! О, фига себе, у вас там батл. Да. Мощнейший. Этот вирус вообще непробиваемый, держит удары. Чуть-чуть. Опа! Тихо-тихо, держимся. Ладно, выпендривался, но пока еще, пока еще нормально. Простили меня. Ой-ой, вирус отвалился. Ой-ой-ой, а что ж там у вас произошло? Ну да, первый котик XP, да. Да. Windows XP. О. Кто там на каком месте? Ага. Кстати, еще есть очень читерная машина, Симпро, которую, скорее всего, скоро... которую скоро выведут из игры. Ой, тьфу ты, что я несу. Скоро выведут из мейнпака. В бонус засунут. Знаете, как, про какую машину говорю? Какая? Таюга. У нее максималка, Таюга. Как у трибута, разгон тоже получше, чем у трибута, но поворачивает она полубоком. Это типа накреняется то, чтобы повернуть. Но это очень имбовая машина. Но я не беру ее, потому что... Ну, не знаю, не хочу к ней привыкать. Все равно скоро ее уберут. Ну. Конечно, да, был тупейший мув. Решил юзнуть турбо, чтобы взять звезду, будучи на первом месте. Ну, гениально. Это да, это гениус. Кто вышел? Собака-котик. А это Паша опять вышел. Я как знаю, там у Паши тоже путата ПК, у него видюха тоже что-то похожее на мое было. О, обалдеть. Да, даже не в видюхе, конечно, дело. Ну да, просто тоже дело. Револьт, извини, меня на кружке потянет. Это да, но все-таки.
Верзерунг. What the fuck is that? О, Reverse Toys Hood 2, это очень редкая, кстати, карта. Я помню последний раз, когда был на Toys Hood 2 Reverse. Вот реально не помню, когда это последний раз было. Я тоже не помню. О, получился буст. Отлично. О, на звезду уже поехал. Ай-яй-яй. Эх ты я. Итрюга. Иди сюда. Нет, Тимка, это уже был не выпедрёшь. Это нормально. Вообще все профи берут звезду на первом месте, будучи, если возможно сесть. Так, вирусня, не надо тут мне запать, пожалуйста. Я подорвался, это просто превосходно. Ай, не попал шоквейвом. Ладно, тут можно турбо юзнуть, тут можно турбо юзнуть. Опа, догоняю. Догоняю. Ахмед, ты где? У меня уже резина охладилась. Бля, затанковался вирус. На, покушай. Ты помнишь, мне про класс самый интересный. Угу. Ой-ой-ой, я могу даже на круг обогнать. Нет, на круг не обгоню уже вас. Я могу как-нибудь в крысу вас запнуть. Бля! Где вы только там? А, вы только тут выезжаете. Надо будет, короче, на последнем кругу уже так небольшой троллинг сделать. Вирус, думаю, оценит. Особенно после вчерашнего, да. Какие ему машины имбовые падали? Ну, best control. Керт. Best control, Ханабира и Warrior. Нифига себе, и под батарейкой заносит. Я уже людей на круг обгоняю, алло. Неужто все настолько плохо? Вот там Паша вылетает. Меня бесит место здесь, там, где мостик с речкой. Угу. Сколько вот играю, здесь проехать нормально никак не могу. О, проехал. Ну, в реверсе сложно проехать нормально. А вперед тоже это сложно, только надо прям чуть-чуть левее еще брать. Угу. Так, а мы эпично финишируем, пыдыщ. Сорок два, 50, 46, 44, 53, 53, 54, 53. Капец, у вируса 42 круг. На поляской машинке, польской. Mm-hmm. Оу, кертик, яма обогнал. Обогнали. Ну, батл двух мелких. Клокворок чисто. Ну, Паша вообще машина похожа на Hot Wheels стиль прям. Мякоти были Hot Wheels машинки, только они прям были самые новые. О, да. То же самое, кстати. 5 штук. Там была Honda NCX. Оу! А у меня сейчас Lambo Huracan, вроде ли, Aventador лежит. Аля. Беленький. Блять. Я еще помню, в игру на PlayStation 2 я играл. Это, Димка, думаю, лучше не писать во время гонки, а то вдруг может кто-то там отвлекаться. Да, кстати. Ничего. Музей X. Угу. Музей — это вообще самые такие жопные трассы.
Угу. За исключением какого? Второго, вроде бы. Второго. Ну, второй, да. Самый адекватный. Самый уже пошли, это первый, как по мне. То есть, все равно. Угу. Музей третий тоже не лучший. Третий пойдет еще. Ну да, пойдет. Когда музей вообще... Я бы музей один присвоил бы сложность экстрим. Бля, ям! Ох, ям. Жирный меня, блядь, выпихнул еще. Меня он обогнал. О, пацаны. Шо, пацаны, аниме? Ах ты, ям, собака. Масло подсунул, еще и вирус. Еще. Там еще звезда есть классная. Я, кстати, не знаю, где на этой карте звезда. Там в какой-то. А я знаю, но я не пойду, потому что я очень много времени потеряю. Да. На многих трассах чисто звезда, которая дофиги. Ой, трипл килл! А вы задолбали! Нормально, минус три. Не, батарейку на этой машине вообще бессмысленно использовать. Только на прямых максимум, если от стенки да. Играть. А если поворотливо, то лучше уже назад поставить. Либо на звезду. Как ты от моего масла вернулся? Я? Да. Я сам не знаю. Наверное, слишком поздно разлил. Блин, ох, танканул. Так, котяра. Нормально, не подлетел что-то он. Это хорошо. Ой-ой. Догоняй, догоняй. Оу, щит. А! Блядь, я врезался! Нет! А, что я творю? Куда я еду? Опа, турбо! У меня очень большой соблазн юзнуть это. Куда инженерии? Юзай, юзай. Ща, ща. Давай вот тут, вот все юзнул. Погнали. Ну, средненько чисто. Ни рыба, ни мясо, так сказать. Вышло какое-то. Ай, тихо. Блин, а зачем я это машина? Я там челиков на круг нечаянно задних и стрельнул шоквеймом. Надеюсь, не попал. Ёпта, блядь. Интересно, когда очень давно играл у поляков, там после сессии чел подписывал каждого игрока, типа, особенность про него. Я там был семи-про-мастером и роки-мастером. Понятно. Там щельки были. Ох, нет, поляк, имбовый только он сейчас пока не играет. И Курн тоже был так, во все эти профи. А я хоть раз не приехал, не первым. Я вообще, блядь, ни разу первым не приехал. Потому что я... Стабильно в тройке держусь. Вот так вот. Я ведь Рокки... Ой, Рокки, я ведь семи-про-мастер. Только... Да. Убил. Но не добил. Бушиду РС.
Что за мувы? Что за мувы? Все-таки Вейсленд решил вернуться на Херитайдж. Хороший выбор. Yes. Cool. Let's go. Let's play for balls. Let's play. Ах ты, Блейз. Слева объехал, yeah. Что ли? А, это чё, обратка? Не, я по твоей дороге ездил. А, ай, там мне прицел держит. На мне тоже. Хедшот. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, Лединка тут в бочку говорит. Мне тоже что-то слышно прям. Керт минус. Кепердес минус. В мультиплеере я ни разу на этой карте не катался. Кто? Нет. Муфуфу. Димка, поправь микрофон. А ты там жуешь что-то. Вот я на своем гелике нормально там ездит. Ну, а, все, только сказал, сразу он упал, накаркал. Красавчик, туда его. А то задолбал уже. Остался единственный. Неповторимый. Блейз. Я сначала думал, ты Блейз назвался чип, типа Блейз из Соника. А потом был, не-не-не, у тебя Нави далеко не Соник. Не. Вообще, никнейм взял из Нави игрока по КС-ке Блейд и переделал под Блейз. А-а-а, вот оно как. Вот так вот. А я-то думал, это персонаж какой-то G12 из Call of Duty. А. Каждому свое. Ну да. Ну, кажись, в этот раз не смог догнать. Работать. Ну и правильно, идёт. Вот там, не знаю, разговоры в подлодке будто. В подвале. В подвале. В трубе, в бочке. Ёбаный в рот! Понимаете эмоции. А мне, по-моему, подряд дали. Ой, двойной мощь. Фак. Let's go! Поздравляю! Вот так... Не получится бочком. Топ-3, и все на Херитайдж приехали. Ой-ой-ой! Вейсленд! Давай-давай, Вейсленд! Бля! В рот, бля! Гиба! Блин. Меня так в глобалке бесило, когда просто, блядь, уже финишируешь, а кое-нибудь врезаешься потом. А то въехалось спокойно. Наконец-то. Вирус в восторге. Энерджайзер на коротышке.
Угу. Самый младший. Да, вот Паша постарше. Итак. Экатеранша гнева. Не, насколько мне известно, самый старший это вирус. Я имею в виду по машинке, типа, по блин, размеру машинки. А тогда вирус самый старший. Я вообще раньше катал на Рапторе. Подождите-ка, то есть вы имеете в виду как бы по году выпуска, да? Нет, по размеру машинки. По размеру машин. А? По размерам машинки. А, по размерам машин. Ну капец, ты с меня блокируешь. А, ну да, конечно. Не старше, а больше. Ах ты капец, какой потому хитрый. Что... Ну у меня же на основе Volkswagen Жука, только с удлиненным задом для того, чтобы вместить туда V8. Ну, Volkswagen же в оригинале, он же с оппозитной двойкой. Вот, заднемоторный. И чтобы как-то не нарушить развесовку, пришлось удлинить базу. Бля, Energy. Удлинив зад. Вот. И сделать его среднемоторным. Все, там сила Energy. Понятненько. Вообще, я вот по одной вот картинке вот делал. Точнее, по мотивам. Блядь. Ой, странно, как Heritage поворачивать не могу. Ну куда пошел? А ты играть я буду. Ай, тихо. Не, кажется, тут Кертика не догоню. Не знаешь, мне должно выпущу будет догнать Керта. Звезда. На втором месте. Ой, нет. Может, кому без звезда выпадет, не знаю. Что, рассчитываешь дальше по инерции? Не, рассчитываю дальше с турбо. Спасибо, Керт, спасибо. От души, Керт, от души, спасибо. Да у него там зап бесконечный или что? Ах ты тварь. Ну нет! Попади, попади. Ах ты, Керт. Бля. Ах ты, Керт. Три раза подорвался. Блин. Ну, Кертик, ты от меня не убежишь. А ну, стоять. Стоять, блядь. Медлиться. Надо будет хорошенько прицелиться. И сделать final shot. Да ты чё встал? Да Керт! Да что это за секретный мув был? А, не попал. Нормально. Встал за углом, я в него врезался, стрелял. Так. На. Блядь, я не вижу сегодняшнюю сессию, это просто пиздец какой-то. Два раза ехал в третье место, и я куда-то умудрялся. Нет слов. Ах. На госпитале и на Road 777. Ну, Road 77, ну, да. Это, конечно, вот трасса такая вот сложная, потому что там... Придется много маневрировать из-за препятствий, плюс еще много перепадов по высоте. Ну, на самом деле, это не так сложно, как кажется. Ну, конечно же, блин. Ты ж вообще на опыте, на расслабоне. Конечно. Но я раньше часто на этих картах гонял просто. Ям перезайдет. Короче, пока все заходят, и когда пока вот, выбирают машину, вот
Я, короче, выяснил причину того, почему у меня Discord слетает и почему у меня игра вот начинает вот по кадрам проседать. Угу. Короче говоря, нужно вот полностью выключать Discord, а потом смотреть в диспетчер задач. Ага. Вот. Вирус, спасибо за буст. Энерджайзер. Да, у меня маленькой козявки меня толкает, как Танос какой-то. Да, конечно. В своем жуке. Блять! Ой, тихо, чуть не подорвались. Так, по стеночке. Ноу! Блять! А. А! Ну нет! Я в поезде застрял! Да не в меня, блять! Сколько можно по мне стрелять уже? Да сколько? Получай. Карма. Да, за все трассы решили меня все отомстить. Я не попал. Тихо. Он тут Паш на своем жуке. Ой. Хуя, блядь, Паша резкий. Так, ну что это там, вирус? Мой сладенький пупсик. Иди сюда. Опа, Wasteland. А где ты там был? Ладно, Кертик и вирус, два пупсика. Ах ты, ну как ты попал? Блять, нет! Нет! Я там хоть... Я их не могу догнать, тупо. Еще масло, блядь! Масла много не бывает, мой белорусский друг. А что, кроме тебя кто-то еще в Белоруссии, да? Да, Блейз. А, вот она как. Да. Да ну, я был первым местом, господи. Я тоже. О, вирус, сладенький, иди сюда. Да ну. Блять. Фейк, как дадем вирус? Не, все-таки я пересаживаюсь обратно на Heritage. Мне он больше понравился. У Зимки есть велик из Беларуси, круто. Аист. Ой, этот аист, это вообще ужас. Угу. А, вирус четко. У меня, помню, на первом музее 4 бомбы подряд выпало. Угу. Я помню, с Родиком играл на локалке, ему 6 запов подряд выпало. Угу. 6 запов подряд. И это дефолт. Кайф. Оу, я. Маквин готов. Да опять не получился буст. Да, у меня получился, да. Толкают уже все. Втроем на одинаковых машинах гоняете. А, да. Знаете что? У меня такое впечатление, что вот для этой машины не хватает скинчиков. На ней еще есть бразильский скин какой-то. Ой-ой-ой! Да, конечно. Да что это? Фаталити! Мульти-убивалити. Керта запнули меня, нет.
Не достали до меня. О, ну что? Ого. Ах, блядь! Паша! Ничего себе, троечку мы тут, а. Да, и ты своими ракеточками... Это не я. А кто это? Блин, передо мной вообще какие-то ингупаторские вообще гоняют. Тихо, тихо. Чпок. Бля. Да бля. Инкубаторские гоняют вообще. Ох, ё. Меня аж задело. А ты, кстати, Блейз, в каком городе живешь? Гомель. А, нормально. А знаешь, а в каком? А я в Мяделе. А-а-а. Я самый маленький город в Беларуси, если что. Я понял. Меньше него только Нарыч, но Нарыч уже не город. Так, у меня с Войслодом борьба жесткая. Угу. Вижу по радару. А! Бля. Я так, типа, вот я думал раньше. Блин, вот в КС-ке там бывает, всякие ютуберы закрывают радар. Угу. Картинкой, почему в Револьте так никто не делает? Представляю, чисто вот там слева снизу картинку поставить, чтобы и шла какая-то. Ну да. Блин, я сам представил, что можно было бы туда подставить. Даже не знаю. Что-нибудь кринжовое. Качка из превьюшки, из катки Rage. На-на-на. Из Team Fortress. Ну. Инженера. Ну-ну-ну. Не, у меня были совершенно другие мысли. И Рудика снизу мелкого. Господи, не-не-не-не-не. Это уже PDF. Но нам не привыкать. Ну-ну-ну. Какая хуйня, блядь. Так, что там у нас осталась последняя трасса? Погодьте, дайте я поменяю машину. Луна. Могу себе позволить. Со сквич. Ну что, Энерджайзер, готовься. Ёптель-моптель. Представляю, как хочет Энерджайзер от меня уезжать. Кто воин? А, пиздюк! Да ёб твою, я врезался, я не могу развернуться. Ладно, ладно, я еду. Да ну-ка, пердец, который раз меня уже блокает. Так, у меня энерджайзер. Ой-ой-ой. Бля, Раки только так истратил. Блядь, залупа неповоротливая, нахуй я её взял? А что ты взял? Ну ладно, неважно. Ой, тихо. Тихо. Догоняю пока всех потихонечку. Я догнал. О! Керт бустанул меня лютым мешком с водой. Керт. Ну там вижу вирус на третьем месте. А я на четвертом еду. На такой махине. Ай, спасибо большое. Ой-ой, шо, я так понял, ты первый уже. Да. Идем к успеху. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Ну посмотрим, получится или фартанет тебе. Меня вирус подбил. Да там вы друг друга подбили.
Было 60, стало 24. На что энерджайзер? Готовься большого проникновения. Все, пошел. Но осталось двое беленьких. Иди сюда, пупсик. Не бойся, я тебя не обижу. Что-нибудь годное. Пойдё. Блять! Осталось вирус. Револьтавирус. Биг фит. Вирус, вирусу принесли антивирус. Опа, опа, опа! О май гад! Holy shit! Амстердам! Не за горами! Бля! Бля! Герд сзади! Блять, буст ебучий! Ой-ой-ой, Керт. Блять, не, я проебал. А! Нет! Если я выиграю на этом, это будет успех великогодья. Ой-е! Let's go! Я пи***ю. Дерьма, блять. У меня обстреляли, блять. Масло разлили. Фейками, блять, накормили, блять. Я представляю, какого вирусу. Он был первым. А приехал пятым. Let's go. Я был, блядь, три раза на разных картах первым. Это да, тоже. А, ты это взял? О, блядь. О, мой гад. Ох, я забыл, что такая машинка есть. Это ж вообще ужас. Ой, чё? Ой, блядь. Ты взял, как она... Пиздец. И это в основном паке, если что. Блять, что за говно? Как она ездит, жизнь.